Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он звучит довольно коротко. Как научиться доверять? Вообще, я думаю, что первое, что вам нужно у себя спросить, это то, для чего мне, собственно говоря, доверять. То есть, почему я хочу кому-то доверять вообще? Вот. То есть я хочу чувствовать себя в безопасности. Вот. Это значит, что вы без доверия в безопасности себя не чувствуете. Вам что-то угрожает. И угрожает вам ощущение своей собственной неполноценности. Какой-то боли, которую у вас есть. И от этой боли вы бежите в доверие. Вот я сейчас буду тебе доверять. Вот я сейчас тебе как доверюсь. Вот я сейчас как с тобой, значит, сольюсь, вот, и мне будет хорошо. А хорошо не будет, потому что люди, существа ненадежные, вот, к сожалению, люди-существа ненадежные, да. Вот, у них есть свои интересы, они не постоянные. Из-за этого постоянная тревога возникает уже у вас. Вот, и, соответственно, из-за этого вам сложно себе доверять. Также сложно доверять себе, потому что вы подходите к отношению с людьми, скорее всего, я подчеркиваю, скорее всего, с позиции, что ты мне можешь дать, а не с позиции, что я могу тебе дать. То есть вы подходите к отношениям с людьми и с позиции, что я хочу от тебя получить. Безопасность, полное принятие, вот и так далее. Но вы не подходите, грубо говоря, к отношениям с людьми с позиции, что я могу тебе дать, что я хочу тебе дать, и хочу ли я вообще что-то тебе дать. Могу ли я что-то тебе дать? Вот. То есть вот с такой позиции вы не подходите. И из-за этого вам, на мой взгляд, сложно. Из-за этого вам, на мой взгляд, тяжело. Из-за этого вам, на мой взгляд, и больно, и страшно доверять людям. А мне вдруг не дадут того, чего я хочу. А вдруг мне больно сделают. И вам, правда, делают больно. Но больно вам делают не потому, что человек такой плохой, а потому, что вы наталкиваетесь на свой собственный внутренний конфликт. И вот, что это за внутренний конфликт, нужно смотреть. Следующий момент. Вы не можете доверять кому-то, потому что доверие кому-то — это история про то, что я доверяю тебе только до тех пор, пока ты оправдываешь мои ожидания. Как только мои ожидания ты оправдывать перестал, то все. Сразу проблема. Большая проблема. Серьезная проблема. Понимаете, да? Это постоянная угроза, это постоянный риск. Постоянный риск.
Поэтому учиться нужно доверять себе, своим чувствам, своим личным границам, которые у вас есть, себе самой, а не другим людям. Тогда и потребность в других людях не такая большая будет, не такая сильная, не такая критическая, если угодно вам, ну и так далее. А в вашем случае совершенно очевидно, что эта потребность достаточно большая. Вот. Понимаете, да? Поэтому ее нужно, конечно же, снижать. Да, вопрос заключается в том, как это сделать. Вопрос заключается в том, как снизить эту потребность. За счет принятия личной ответственности за свою жизнь на саму себя. Когда вы принимаете личную ответственность за то, что происходит в вашей жизни, когда вы принимаете личную ответственность за то, что с вами происходит в вашей жизни, вот, тогда парадоксальным образом все начинает меняться. Вы становитесь не такой зависимый, вы не так зависите от людей, вот, и не так вам больно и так далее. Но это работа определенная, индивидуальная, психотерапевтическая работа, которую вам нужно делать, которой вам нужно заниматься. Вот. И по-другому никак в данном случае. Понимаете, да? Вот. Какой-то такой, я думаю, вам можно предложить ответ. Вот так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. А принятие себя, ой, то есть доверие людям, это означает принятие. То есть доверять значит принимать человека. Понимаете? И если вам доверять сложно, если вы не можете доверять людям, это означает только лишь то, что вы не принимаете сами себя. Вот психолог поможет вам это сделать. Конечно, если вы этого хотите. Вот. Конечно, если вы этого хотите, конечно, если вот вам, ну, если вам это нужно. За обратную связь по моему ответу я вам буду благодарен. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам сформулировать базовые
постулату. По психотерапии. Вот. То есть это позволит вам вот определить, да, значит, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Вот. В каком направлении вы хотели бы идти. Вот. Как бы вы хотели над собой работать. И так далее. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Вы молодец. Вы большая молодец, правда, что обратились за помощью. Обратились, ну, что вы написали. Вот. Это правда очень круто, что вы решили об этом написать. Вот. Но это только первый шаг. Всего вам самого доброго. Удачи.